О, сиреноголовый пошел. Давай, иди сюда. Ты нормально бегают? Обновили, я их вижу. Раньше они медленнее бегали. Че, не можешь догнать Лефти? Лефти сегодня в ударе. О, с одного раза! Всем привет, дорогие друзья, с вами Дима, Серега, как всегда отличное настроение, Сережка, поздоровайся. Всем привет. Сегодня у нас очень крутой ролик, потому что будет битва аниматроников против монстров Хендерсона. Если петь, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем битву. Сережка, ну что, давай, начинай по очереди, по списку. Буду сейчас сегодня всех нагибать. А в конце ролика напишите, кто же все-таки сильнее, аниматроники или монстры Хендерсона. Так, подожди, а что на меня не бежит, давай проверим. Должны меня фигачить. Так, а где он? Вот. А, вот он. Первый есть, давай следующего. Ой, нет, это большой. Это очень видимо. Большой. Я даже это в жопу аниматронику залил. О, смотри какой. А ну, будет он меня дамажить или нет? А, чё ты мне не дамажишь? А, они же не все дамажат. А он высирает, короче, эти какаки, они это атакуют тебя, по идее. Сережка, он мне не дамажит. Блин, а, ну давай ладно, другого. Я... Давай попробуем вот такую камеру сделать. Все-таки, может, что-то играет роль. Я. Это мы уже будем на следующей карте великанов записывать. Димка, вот. Вижу, скидите. вижу. А ну-ка, давай. А ну, сколько он дамажит? Ой-ой-ой, всего 20 хп. Эй, ты что дерешься? На, аниматроник сегодня мощный. Да ё-моё. Потому что они похожи между собой. А ну. А, они за С2 агрятся. А ну, давай на меня. Сколько дамажит? Нормально так. Ой, я не могу его, кстати, ударить. С одного раза не убивается. Отлично, Серега. Знаешь, что там будут дальше такие монстры, которых будет прям сложно меня замочить? Мы это знаем. Потому что есть там такие прям полубоссы. О, нормальный. Ого, дамажит. Ты что, дурак, что ли? Ого, он меня вынес 500... 400 жизней вынес мне сразу. О, а еще один. Другой. Это другой. Ну-ка. Ух ты, ты че успокоился? Он когда маленький, когда его мочен, маленьким становится. Это очень странно. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Мы записываем очень много классных, веселых рубрик. Ну чё, давай еще мне. Я жду. Вот. Опа, пошел. О, да ладно, сожрал с одного раза. Что за дурак? Так, аннулируем карту. Потому что я не могу возродиться. Видно, он меня так сожрал, что даже не могу возродиться. А ну сейчас, Серега, еще раз его поставишь. Давай, иди сюда, головастик. Вот. Давай. Отлично. Ни о чем. Главное сразу попасть, потому что он выносит с одного раза. Давай дальше. Кто еще там у тебя есть? Давай. Ты че? Он меня хотел с костюма вытащить. Нет, не смог. Это, кстати, простые. Дальше будет монстры, я знаю, там дома, даже дом можешь мне поставить. Буду всех фигачить. Еще вот такой, да, есть? Ну давай, давай. Эй! Нормально выносит до вот этого момента. Ты там полежи немножко, отдыхай. Твоя очередь тоже настанет. О, вот такой вот есть. Такой звук хлясь, и все, и нету. Аниматроник сегодня мощный. Когда я проиграю, буду другого аниматроника брать. Дима, курочка. О, курочка ряба. Не могу ее ударить. Ну, это было очень просто. Аниматроник металлический. Просто наступил на него. Чё за петух? Бежит. Ого, ты чё, ты хорош, что ли? Аниматроник мочил. Фух. Да я не мог попасть по нему, он очень быстрый. О, вот такой вот есть телепиздрик. Чё ты? Не злиться. Чё ты? Да ну на тебе. Это было просто. О, курочка. Ого, она клюет. Ты чё, психичка? Эй! Офига себе, курица клюет. Взяла мне ноги новые, помяла. Так, давайте камеру сделаем поближе. О, головонок. Ого, головонок! Нифига себе, он примагничивает. Реально не мог даже отойти. Кто у нас там еще есть? Давай. Рик. Он сразу меня сожрал и утащил мой труп.
Так, Серега, давай еще раз его ставь. Сейчас я его накажу. Давайте вот этого возьмем. Возьмем Wizard Cindy. Заказал, наказал. Заказал я его. Более мощнее я. О, сейчас я возьму с другого пилпака аниматроника. Посмотри, смогу я замочить или нет. Смотри, 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 пошел. А ну, я тут. Ого, нифига себе, ты дурак, что? Да отвали! Я не могу попасть. Фух, слава богу. Я не могу по нему попасть, он какой-то странный. Он меня этот бьет, и камера отклоняется влево-вправо. Опа, опа. Я здесь, я здесь. Привет. О, то он превратился, что ли? Да. Ух ты, злодей. На тебе. Аниматроник сегодня в ударе. Ну че, давай еще мне. Там, кстати, есть дьяволы. Кстати, новые монстры Хендерсона, мы скачали их. И скоро их Серега поставит. Это не тот. Это тоже не тот. Это все, ребята, остается нам на следующую серию. Если вам понравится эта рубрика, то напишите, хотим битву с большими монстрами. Мы это сделаем. Ну чё, коняка? Ого. Ничего себе она мне наклонила. Опа, опа, опа. Не, так не пойдет. Я сегодня всех мочу. Кстати, не могу бить на расстоянии, только в притирку. Галимый. О, Свинтус. Он к тебе подбегается, походу. А где она? Вот, здесь где-то был. А, вижу, вижу, вижу. Нет, не вижу. Ай. Слышь, ты. У меня не какой-то. Где он? А я сейчас ее убью. Не хочет. Вот конченая свинья. Я тебя сейчас замочу. Слышь, она исчезает. Читериха. А ну стой. Стой, я тебя защитю. Стой, пусть к тебе идет. А, ты когда крутишься, она сзади пытает. Просто стой на месте. Не крутись, не крутись. Сейчас, когда она появится, я убью. Я защитю тебя. Давай. Эй, Свинтус. Нема, Сережка. Ладно, давай другого ставь. Что-то он странно себя ведет. О, псина. На тебе, псина. Прикольно играть за аниматроника, чувствую какую-то мощь. Псина, на тебе, говорю. О, пошел фонароголовый, ну чё? Давай. На тебе, это было легко. О, пошел, пошел, пошел. А ну нам, ого. Эй, слышь, червяк, я тебя на крючок насажу и буду рыбу ловить. Это было просто. Кстати, они меня уже в жизни вынесли нормально так. Сейчас кого чувствую... не ставить? Сэм или Холмен не ставить? Холмен. Они два одинаковых. Опа, головожоп. Ты чё, чекает от меня, боится, знаешь, что я сейчас... А ну стой, иди сюда, секунд! Я так не могу, ты поехаться, не? На тебе. Давай еще, это другой, да? Эй, на тебе. Очень просто их мочу. Дима. Давай. Готов. Давай, давай, давай. Я зайчика помню, попрыгайчика. А ну-ка, пусть меня задамажит. Посмотрим, что будет. Я тут, я тут. Он на меня ставился. Ух ты, ты дурак, что ли? На тебе. Руку еще выставляю. Раз, давай, давай, еще раз зайчика. Ух ты. Ну, кстати, не так уж и много и выносит, как хотелось бы. Так, зайчик простой был. Давай, какой там еще демоны у нас есть. О, вижу телепиздрика. А так, туськи, а-та-та, нету, дальше кто у нас? О, червяк. Та! Это было просто, я... Давай. Прокушай молоко, сразу скисло. Ну чё, давай, а ну задамажь меня. Ух ты. Они так отлетают прикольно. Это было просто. Вывод один, аниматроники сильнее, это уже видно. Эй, ты чё, я тебе сейчас крылья пообрезаю? Нормально, нормально. Ходим. Этого тоже челепиздрика постараемся убить. Это было легко. Я прям на него наступил, и все, и он крякнул. О, я помню этого. На тебе. Ого, слышишь? Эй! Ты дурак, что ли? Ты видишь, что он делает? Да он по мне стреляет сдалека. Да дурак. У меня осталось 189 жизней. Чувствую, я сейчас сольюсь. О! Ё-моё! Великан! Опа, Шкрек, Шкрекович!
Ты сожрал аниматроника? Я тебе сейчас дам. А ну давайте мы возьмем с другого пака. Просто проверим, смогу я их убить или нет. А ну-ка давай, я чику взял. Это было легко. Убил, отлично. Мне это нравится. Опа, кто это такой? Он ко мне телепортировался. Вон он. А ну-ка, пусть меня задамажит. У меня 10 тысяч жизни, я никого не боюсь. Чику не так уж легко и убить. А давайте возьмем вообще какого-то жесткого аниматроника. У нас есть аниматроники. О! А я иду. Монстров Хэнтерс навмочить. Детишек веселить. Иди сюда, подлюка. Ля-ля-ля-ля-ля. Да ты чё тут ходишь? Эй, ты со спины крыса. Ля, вот эта битва уже интерес. Слышь, ты знаешь, какого Нинджоджу какой-то да начинается. Да отвали! Я есть убил, Грут, я его убил. О, сиреноголовый пошел. Давай, иди сюда. Ты нормально бегают, обновили, я их вижу. Раньше они медленнее бегали. Че, не можешь догнать Лефти? Лефти сегодня в ударе. О, с одного раза! Я не могу возрождаться почему-то. Хорошо, Серега, сейчас аннулирую. Давайте мы возьмем тогда... А кого мы возьмем? О, Twisted Bonnie, великанчик. А ну давай, ставь опять этого сиреноголового. Сейчас я его накажу. А ну на иди меня сюда. Я его замочил. Ну чё, теперь я уже не такой уязвимый. На и тебе. Ладно, я так понял, что очень легко ему убивать. Он на расстоянии бьет. Хорошо, давайте возьмем тогда Five Nights at Candy's. Мне кажется, они более самые интересные с ними воевать. Ах ты жопа. Да ладно, так сразу убивать? Хорошо, давай, я готов. Вот с этим, во. Давай, иди сюда. Тысяча жизней не так уж легко и вынести, но надо попасть. С одного раза убивают. Да ты задрал со спины его ставить. Я его убил, да, походу, когда был мертвый уже? Да, да. Так, обезьянка Чи-Чи-Чи продавала кирпичи. Кто там у нас по списку дальше? Давай демонов там ставь, есть черт. О, вот этого. На тебе! Это было легко. О, телепортатор. Посмотрим, как ты с этим справишься. А я его жду, иди сюда. Мне это нравится, это было легко. На тебе, ребята, не так уж легко меня убить. О, пошел, конячник. Я тут. Это хороший, сейчас плохо. Он сейчас станет плохим резко. Ты чё на меня прыгаешь своими коняками? О, я помню тебя. Садись. На. О, бешеная го... На. Я вообще всех мочу. Ку-ку. Прощай. Прикольно. Кстати, аниматроники с одного раза убивают. И этим... Я не могу попасть. Ты червяк вонючий. Я по лапам попадать не могу. Куда ты поставил за урода? Да сдох. Так как по нему попасть? Да где твой хитбокс? Ты тварь. Ах ты тварь вонючий. Ну скажи ему, Сережка. Он меня сейчас убьет. Да говно. Он сожрал меня. Я с тебя куклу сделал, смотри. Так, Серега, а ну-ка ставь того кукольника. Давай. А ну иди сюда. Слышь, я не могу его убивать почему-то. А чё не убивать? Да ты тварь, а? Тварь вонючая, не могу его убить. Слышь, где твой хитбокс? Я не понимаю. Чуть выше, ай, блин, меня ударил. Сейчас. Я постараюсь выяснить эту штуку и не могу... Да ну я не могу его убить! Эй, я сейчас проиграл! Ах ты жопа морская. Хорошо, Серега, давай тогда возьму я. О, давай. Ну чё, давай, иди сюда. Ну что ты? Ого, он прыгает. Он не умирает от аниматроников. Он не умирает, Серега. Ну фу, ППРы. Ну фу, шмапэр, ну убейте его.
Короче, Серега, у него... Давай другого, я не могу его выиграть. Короче, нашелся Monster Hunters, на который может убить аниматроников. Я реально ничего не могу сделать. Взял даже тот, который бьет на расстоянии. Ну-ка. Ах ты жопа! Да, не убиваю. Короче, ФППР вообще слабые. Так, Серега, знаешь, кого мне поставь? Сейчас я тебе скажу. Так, заходим в DRGBs. И у нас есть тут... Демонов. Да, вот, короче, посередине пак есть Тревор Хендерсон ОЦ. А ну давай этих мне поставь. Эй, я его не могу. Да ладно, теперь нашлись-то, который... Это фаза вторая, он мутировал. Слышь ты, мутированный урод, я не могу его... Третья фаза. Да ладно, я его не могу убить. Серега, они не убил... А чё за бред? Нет. Ты до четвертой фазы дошел. Последняя фаза. Давай, почти ставь его. Четвертую фазу, а ну ставь. Значит, получается, я его дамажил, да? Да. А ну иди. Да ладно, что это за бред? Музыка такая. Да. А ну иди сюда. Обезьянка чи-чи-чи воровала кирпичи. А ну иди сюда. Слышь? Слышь, ты убил. Убил его. Серега, у меня осталось 40 хп. Вообще чуть-чуть. Он практически меня вынес. Он меня и так вынес. Слаб. Что это было? Что это было? Я не понял. Ах вы жопы. А ну давай. Еще кто там у нас есть? Я ее убил. Нет, она живая. А чё? Я не понял. У тебя что, проблема? А ну иди сюда. Я это сделал. А ну-ка давай. О, Амонкасович. Амонкус. Это было легко, Сережка. Это было легко. Самый сложный был демон. А ну и... Это было тоже легко. Слышь, ты стоячий банан. На тебе. Что-то я всех мочу. О, этого, кстати, мы ни разу не видели, да? Это какой-то новенький. А что он будет делать? Эй, а чё ничего не делает? О, это уже злой. На тебе. О, помню этого. Это был очень изичный. О, вот это у меня за... Да чё это за бред? Чё он такой мощный? А ну, иди сюда. Вот это реально мощный монстр. Мне это нравится. Ну давай. Слышишь? Нифига себе, он выносит, считай, 822 жизни за удар. Ставлю funny fear. Давай, веселый страх. Давай, веселый страх. Грустный урод. Да ладно, так легко убил меня? Стойте. Вот два скраббэби возьму быстро. А ну-ка, давай, кто тебе против меня? Ну-ка. Не могу. Слышь ты, защемилова вонючая. А ты его убил. Фух, слава богу, не очень жесткие. Хорошо, давайте сейчас возьмем. Кто у нас еще есть тут? Давайте Вильям Афтон. Ну че, давай, кто против меня? О, дом вонючий. Иди сюда. Хитбокс бы твой еще нащупать. А где его хитбокс? Эй, ты меня челящей не стреляй так. Ах ты, я его не могу убить. Не могу убить. Вон где его хитбокс. Сейчас, надо Кэнди собрать. Кэнди сможет его убить. Вот так вот. Так, получается вывод какой? Пилпаки не все могут убивать монстров Хендерсона. Самое лучшее Five Nights at Candy's. Ну чё, кто еще? Все, я всех убил? Нет. Как для меня, то силы одинаковые, потому что какой-то мочится... Да что это за удар мощный? С одного раза, Слышь, иди сюда. Да что это такое? Я его не могу убить. Слышь ты, дом вонючий. Я тебя по лапе буду дамажить. Я смог. Трех. Маленькие засранцы. Эй, засранец маленький, а ну иди сюда.
И он заспаунивает. Я их сожрал всех. Вкусные. Куш. Слышь, Таня, это просто. Кстати, самые сложные дома и вот эти... Ты чё харкаешь? Раньше ж ты не харкался. Напишите в комментариях, кто же всё-таки сильнее, а Monster Hunters или аниматроники? Мне кажется, что одинаково. Правильно, Серега, все одинаково. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте рубль ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и посмотрите мои ролики еще.